Предложению дать интервью ученица Видновской 7-й школы Олеся Новикова обрадовалась, ведь девушка и сама мечтает стать журналистом. С вузом еще не определилась, поэтому и пришла на образовательную выставку. Я с детства занималась журналистикой. Сейчас в октябре начнутся занятия, я буду ходить на две журналистики одновременно. В школе будет проходить и еще буду на дополнительные занятия ходить. Мне это очень интересно, мне кажется, очень интересная работа. И таких интересных профессий на выставке «Поступи» в этом году представлено множество. Всего более 20 вузов. От именитых, входящих в топ лучших высших учебных учреждений, до небольших частных институтов и колледжей. Ученики с 8 по 11 класс могут прийти, познакомиться с вузами. Здесь есть несколько колледжей, определиться с направлением, которым они хотят заниматься. Да? И это поможет действительно в дальнейшем, это поможет с определением тех экзаменов, которые они хотят сдавать, потому что до февраля месяца они должны написать окончательное заявление в школах. И это поможет сдать на более высокие баллы, потому что когда ребенок знает, куда он точно хочет поступить, то он к этому стремится. Образовательная выставка «Поступи» проходит в третий раз. Организатор традиционно торгово-промышленная палата Ленинского городского округа при поддержке администрации муниципалитета. С каждым годом количество участников увеличивается. В этот раз ее посетило более 1000 школьников. Торгово-промышленная палата заинтересована в молодых специалистах. И наша задача не только показать вузы, которые могли бы обучить наших школьников нашего Ленинского городского округа, но чтобы эти люди, получив профессию, вернулись на нашу территорию и нашли применение именно здесь. Потому что многие предприятия, которые работали раньше в Москве, они перемещаются в область. И территория Ленинского городского округа достаточно наполнена производствами, не только складскими какими-то комплексами, но именно производственными площадками, где нужны специалисты. Программа мероприятия достаточно обширная. Помимо презентационных площадок, в отдельных залах проходили лекции и мастер-классы. Выставка классная, много институтов. Я считаю, что такие выставки надо посещать, чтобы присмотреться к каким-то высшим учреждениям, к колледжам, понять, идти в колледж или в институт. Выставка очень хорошая. Я, например, узнаю больше о профессии интересующих. И вообще это очень хорошо. У молодежи мероприятие вызвало большой интерес, ведь до этого на такие образовательные выставки ребятам приходилось ездить в Москву, что занимало много времени. Теперь вопрос выбора жизненного пути стал проще и доступнее. Хочу пожелать каждому студенту, абитуриенту, чтобы он нашел свое призвание в жизни. То, что будет нравиться, то, что будет человек любить, то, с чем он будет идти по жизни и нести то, чем он занимается. В следующий раз выставка «Поступи» пройдет весной. Организаторы планируют привлечь еще больше учебных учреждений. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.